Всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, продолжаем играть в различные Android-игрушки и возвращаемся с вами в 7 Days. Собственно, сегодня у нас будет прохождение сюжетной ветки за Балама, ну, то есть за доброго, так сказать, Балама, то есть пойдем либо по верхней ветке 6.1, либо 6.2, в зависимости от того, что мы выберем на 5.1. Так, собственно, я понимаю твои чувства, Хильда, но Балам, мой друг... Давайте начинать. Я остаюсь с Баламом. Никакого. Я выбрала Балама и должна придерживаться своего решения. Во мне еще осталось что-то человеческое. Называется преданность. Если я это потеряю, то у меня не останется ничего, что можно было бы назвать совестью. Да, давайте второе ответим. Во мне еще осталось что-то человеческое. Называется преданность. Если я это потеряю, у меня не останется ничего, что можно было бы назвать совестью. Значит, ты меня убьешь? А, вообще-то нет. Как бы... Хильда, пожалуйста, не стой меня на пути. Пожалуйста. Жестко. Кирилл. Что такое? Прости, Хильда, я не оглядываюсь назад. На, получай, бедная Хильда, бедный Арго. Блин, как же мне их жалко. Черт, все складывается не так, как я думал. А, так вот и Кирилл, наверное, она пришла помочь. Надеюсь, он меня поймет. Ясно, я понял, она хочет, чтобы я ее прикрыл. Отлично, молодец. Отлично, он меня понял. Я обойду Арго сзади, когда он отвлечется на выстрелы, а потом... Что? Опача. Кажется, мне нужно сначала вырубить Арго, походу. Кажется, Балам стрелял вслепую. Так я и думал. Это засада. Он знал? Нет, я не хочу умирать. Можно мне не умирать? Ну все, Кирилл. Не убивай меня! Кажется, мне конец, а? Балам, помоги! Оно не работает. Нет, как это возможно? А потому что никто не разрешал тебе стрелять в меня. Не знаю, что происходит, но это мой шанс. На, получай. Черт, он схватил меня и не пускает. Но видишь ли... Но я не думаю, что стоит как-то, знаете, агрессивно проявлять какую-то агрессию. Я просто буду говорить, типа, давай сейчас. Вот о чем я и говорю, Кирилл. Отлично. Минус Арго, как я понимаю. Хильда, зачем ты? В смысле? Хильда запретила Арго стрелять? Серьезно? Серьезно? Вот именно это она сделала ради меня? Тупо, я не знаю, самоубийство же. Что с Хильдой? Понятно. Попал в него наконец-то! Ой, мы не хотели тебя напугать, не бойся. Я больше не буду никого убивать. Мы вышли с вами на новую кон... Не, мы вышли с вами на концовку 6.2. Но мы вернемся, потом мы посмотрим верхнюю ветку. Странно, а почему не открылась верхняя ветка? Почему именно мы пошли по пути 5.2? Я думал, что 100% будет, короче, ветка 5.1, но почему-то нет. Это странно. What the fuck? Ну ладно, окей. Подожди, так ты завершил свое испытание? Да, я почувствовал это, когда он умер. Вот черт, кажется, я действительно тебя сильно напугал. Ты растворяешься в воздухе, медленно. Да, ты только посмотри, странное чувство. Как будто тяжкая ноша упала с плеч, теперь мне гораздо легче. Пока я здесь, мне нужно тебе кое-что сказать. Он выглядит серьезным, совсем на него не похоже. Надо его выслушать, это же вроде как его последние слова. Я все понял.
На самом деле, ты хотела иметь достаточно силы, чтобы изменить мир. Смотрите на его выражение лица, как оно изменилось. И первый раз вижу такое выражение на лице Балама. Хладнокровие, чтобы эмоции не могли застать тебя врасплох. Оптимизма, чтобы даже в трудные времена относиться жизни к жизни с иронией. Но вдруг ты начинаешь просто все ненавидеть. Да в смысле? Я наоборот же хорошо себя старался вести. Подожди, так значит ты тут парень? Похоже, мое время вышло. Все становится туманным, как во сне. И последнее, Кирелл. Ты должна... Балом улыбаясь, исчезает. Мог бы и закончить мысль. Ну и ладно. Мы обязательно встретимся. Балама больше нет. Арго мертв, он не может воскреснуть. Дробовик Арго может стрелять только если кто-то другой этого захочет. А я отступила, когда больше всего была ему нужна. Но ты спасла меня, Хильда, спасибо. Нет, я тебя не спасала, я просто была эгоисткой. В любом случае, сделала свой выбор. Значит, я должна взять за него ответственность. Что означает? Прости меня, Арго. Значит, сделанный мной выбор заставил Хильду тоже сделать выбор. У меня последнее послание для вас обеих. Дай угадаю, увидимся на той стороне? Да, он действительно это сказал, но еще кое-что. Если не будешь знать, что делать, смотри на компас и иди к цели. Так он сказал. Значит, вот в чем пытался мне сказать компас. Поверить не могу, что Балом догадался раньше меня. Хильда, у меня и для тебя есть послание. От Арго, да? Хильда, надо быть храброй. Хорошо. Продолжай, Филио. Арго сказал, я всегда жил по воле других, а не по своей. Поэтому я не виню тебя за твое решение. Если что и винить, так это то, как я прожил свою жизнь. И еще кое-что. Я очень рад, что не смог завершить свое испытание. За это я благодарен тебе. Все очень непонятно. Арго поблагодарил тебя. Нет, дело не в этом. Я не понимаю Арго. Я не знаю, какое у него было задание и о чем он думал. Ясное дело, Арго с Хильдой так и не нашли общего языка. К тому же, какой смысл сейчас даже об этом думать? Он мертв. А у меня компас указывает, куда надо идти дальше. Кирелл, пора тебе делать следующий ход. Ага. Видишь, мой компас, он теперь... Да-да-да. Мне нужно посмотреть рекламку. Сейчас вернусь. Так, собственно, продолжаем. Я немножко билетов себе настекал. Сейчас мы досмотрим, короче, чем вообще исход закончится. Ага, видишь, мой компас, он теперь работает. Я тоже несу за это ответственность. Надо идти, куда указывает компас, Кирелл. Чем бы это ни кончилось, ошибкой с моей стороны или правильным выбором, Кирелл. Я хочу, чтобы смерть Арго была не напрасной. Вначале я думала, что она слабая. Раз Хильда так хочет помочь тебе с заданием, я тоже чувствую обязанность помочь тебе. Спасибо, Филио. Балам удалось завершить испытание и воскреснуть. Если мне тоже удастся выбраться отсюда, интересно, каким он покажется мне в реальной жизни? Окей. Конец 5-го дня. О, новое достижение разблокировано. Зашибись. О, новая картинка, блин, офигеть. Это мы с Филио, короче, как я понимаю. Мы чё, корефанили, что ли, когда-то там? Я чё-то не знал этого. Я приходила к церкви. Новая записочка. Встреча. Я приходила к церкви, которую посещала моя мать в часы богослужения, но меня пугала мысль о том, что я снова увижу ее. Я сидела на скамейке за церковью и пыталась справиться с нахлынувшими вас эмоциями. Блин, меня немножко музыка сбивает.
На той же скамейке всегда сидел очкарик-доктор, он хмурился и курил. Филио каждую неделю приходил и садился на эту скамейку. Мы стали хорошими друзьями, перешли на «ты» и болтали о том о сём. Он сказал, я должна притвориться больной и сдаться в больницу. И тогда он сможет организовать нам встречу, вызовет мою маму в больницу как опекуна. Через некоторое время он позвонил мне и поблагодарил за то, что я дала ему свой номер телефона и домашний адрес. И ещё что-то сказал о том, что скоро меня навестит. Окей. Как-то так. День 6. Окончательное решение. Раннее утро. Все, ветка 5.2 у нас разблокирована. Ты выглядишь растерянной, страшный сон. Я вот это, кстати, не помню, поэтому давайте здесь еще попробуем что-нибудь выбрать. Я встречалась с одним человеком, мы сидели на скамейке и разговаривали часами. И звучит так, будто ты встречалась с мужчиной, а кем работал? Только не с мужчиной, это был скорее молодой парень. Серьезно, молодой парень? Так ты должна мне рассказать все. Если он тебе снится, и вы были настолько близки, что сидели на скамеечке и мило болтали, ясное дело, это был твой парень. Так значит, вот что чувствует, если есть парень. Подожди, ой, подожди, ты же не правда. Что это значит? Такое чувство, что Хильда пытается меня анализировать. Ох, мне жаль твоего парня, кем бы он ни был. Значит так, если тебя там ждут близкие люди, ты должна завершить испытание во что бы то ни стало. Я так рад, что вы обе полны энтузиазма этим утром. Пойдем быстрее, надо следовать за компасом. Так, стрелка указывает на это здание, где-то раньше видела. Вроде бы компас указывает на этот ящик, открыть его. Патроны? Думаю, как раз подойдет для старого пистолета, который мы нашли ранее. Так вот. Так, заряжаем. Подошло идеально. Кирилл, посмотри на компас. Начала вращаться. Погоди, так. Мы как-то вышли вот сюда? Мы вышли с вами на новую ветку. Вот этого я не ожидал. То есть, прикиньте, с 5.2 до 6.6. Я этого варианта еще не видел. Блин, так мы с вами посмотрим и верхнюю концовку мы тоже сегодня посмотрим. Естественно, как только мы посмотрим с вами вот эту ветку, которую мы тоже еще не видели, мы потом посмотрим и верхнюю ветку. Верхнюю ветку это нужно договориться, как я понимаю, с Хильдой убить Балом. Не знаю, как, почему и как вообще. А, наверное, вот эти две ветки, это, наверное, что-то вроде... Убить Балама или убить Аргу? Ну, или Хильду. Черт его знает, как бы. Я точно не знаю, но мне так кажется просто. То есть, типа, сначала ты договариваешься с Хильдой убить Балама, но потом можешь либо передумать, либо пойти реально по пути и убить Балама. Черт его знает. Но так или иначе мы это увидим. Я должна что-то... Нет, Что мне делать с этим пистолетом? Думаю, это значит, что ты должна выстрелить в одного из нас. Филио, не говори так! Что ж, я и без Филио поняла. Это довольно очевидно. Использовать пистолет. А интересно, что будет, если я отшвырну пистолет в сторону, когда у меня хорошие отношения с Хильдой? Что произойдет? Она же не будет хватать его и... пытаться меня застрелить. Или будет? И еще можно выбрать, на кого направить пистолет, прикиньте. Можно Филио застрелить. Хо-хо-хо-хо. Это было бы вообще жестко. Давайте я отшвырну пистолет, посмотрим, что произойдет. Это самое интересное, мне кажется, будет. Отшвырнуть пистолет? Нет, я не могу себя заставить. Кирилл отшваривает старый пистолет в сторону. Это того не стоит. Спасибо, Кирилл. Теперь я поняла, что ты за человек. И мне кажется, что наконец-то выяснил, в чем заключается мое задание. Надеюсь, ты справишься, Кирилл. Я хочу, чтобы ты воскресла и поговорила со своим парнем. Она себя застрелит? Серьезно? Хильда, что ты делаешь? Зачем ты берешь пистолет? Хильда, ты приняла решение? Да, я думала, что ты поймешь.
Но я осознала, что принять решение недостаточно. Надо действовать. Она сейчас себя застрелит, серьезно? Понятия не имею, к чему вы оба клоните. Кирелл, это единственный способ, который я знаю. Мне очень жаль, правда. Себя застрелит? Что? Хильда, почему она... Кирилл, у меня для тебя послание от Хильды. Она хочет, чтобы ты прочитала письмо у нее в сумке. Видимо, это и есть письмо от сердца. Прости, что оставила тебя одну, Кирилл. Для меня это испытание было таким же тяжким бременем, как и для тебя. Я очень сильно надеюсь, что мы снова встретимся. Хильда, какая же ты идиотка. Это не письмо, это завещание. Кирилл, перестань плакать, посмотри на нее. Что? Значит, она тоже завершила свои испытания. Хильда приняла решение и действовала в соответствии с ним. Отлично. В ее голосе чувствовалась большая решимость, хоть я должен признаться, это было довольно радикально. Ах ты, редиска, нельзя же меня так пугать! Спасибо, Хильда. Я найду тебя, обещаю. И тогда мы снова встретимся. Вот я тебе задам. Ты даже не представляешь, каково это. Остаться одной без тебя. Так. Это гнев или просто печаль? Не надо, иди вперед. Отлично. Достижение разблокировано. А сколько у нас, кстати, вообще достижений? Я бы хотел вообще все открыть. Так, ну это мы с видели уже, по-моему, это достижение. Или нет, или не видели. О, опять ты, уже в пятый раз приходишь ко мне с одним и тем же вопросом. Убеди ее, сделай все возможное, чтобы убедить. А если не можешь убедить, тогда ты должен сам с этим покончить. Я знаю, что она тебе как дочь. Арго, я делаю ей огромное одолжение. Давай задание тебе, а не кому-то другому. Давай, брат, ты не... А, это подождите. Да-да-да, это было. Это сон Арго. А почему написано тогда «Новый день»? Сколько там у нас по достижениям? Давайте заценим. Где тут у нас вообще достижения? В настройках? Настроить, загрузить, сохранить. Здесь? А где достижения вообще можно посмотреть? Вот здесь? Возможно, только в главном меню можно, но тут вроде нету как такового главного меню. Может быть, здесь? О, кстати, билеты надо получить. Я, собственно, не помню, а как же тут посмотреть достижения? Я почему-то не могу их вообще посмотреть по сути своей. Кредит — это не достижение, это... Вы поняли. Язык русский сохранить, загрузить. Здесь вроде бы достижений опять же нету. Здесь я тоже в хронологии их не вижу. То есть... возможно, они появляются только уже, типа, после конца. Такое тоже возможно. Последний день, раннее утро. Начать боссов, это все понял. А, все, но это все остальное мы уже видели. Дальше можно не идти. Дальше мы уже знаем, что произойдет. А, кстати, можно еще будет посмотреть потом концовку 5.5 и 6.5. Я думаю, мы ее тоже с вами глянем. И еще вот эти ветки тоже глянем. Может быть... А, нет, это не достижение. Как где достижение посмотреть? Ладно, неважно. Давайте мы перейдем с вами на 4.1. Самый последний момент. Это новый попутчик Филио же, да? Подождите. Настроено сотрудничество, волна не... Да, новый попутчик Филио. Да. Сейчас мы быстренько с вами промотаем, короче. Так, давайте мы все это пропустим. Опять же, возьмем Филио с собой, чтобы открыть концовку с вами. Так, ты меня бесишь, бла-бла-бла, это мы все помним. Да-да-да. Скорбные дни, новый день начинается. Давай, пропускаем. Мы сейчас сделаем все то же самое, только выберем немножко другие варианты с вами. Раннее утро. Я могу об этом пожалеть. Так, да-да-да. Приснился плохой сон, но это мы все видели. Давайте первый вариант выберем.
Поблагодарим Филио. Текс. Давайте скажем прокидать камни. Ты готова убивать других людей? Давайте первый вариант выберем. Теперь второй вариант выбираем. Да, начинается перестрелка. Вот, собственно, мы дошли до того момента, где... наверное, Арго воюет с нежитью, скажем. Шанс, да начнется охота, все дела. Кажется, нам повезло. Отличный шанс для внезапной атаки, скажем. Я пошел, короче. Вот, мы дошли с вами до того момента. Вот, мы с Хильдой встретились. Это опять балом! Да, они там настроили, короче, штуку. Берем с собой Филио. Хильда? Да-да-да, вот это все мы пропускаем. Это все видели уже с вами. Давайте первый вариант выберем, опять же. Не буду вам вещать, Арго сказал, что ты теперь враг. Арго прав, Хильда я сделал. Теперь должен оставить воскрешение. Выбираем второй вариант ответа. И не подумаю. Да-да-да, воскреснуть. Я знаю, что ты не такая. Давайте ответим первый вариант, чтобы ей симпатию поднять. Воевать не хочу, чтобы умерла, все дела. Давай убьем Балма. Вот, короче. И теперь должна быть, короче. Да, я бы тоже было хотеть с тобой быть в одной команде. Отлично. Значит, ты согласна убить Балма? Я бы тоже хотел кое-что предложить. Я считаю, что вы не должны убивать друг друга или становиться предателями. Лучше убейте меня. А? Да, я знаю, что сделаю этот выбор, но все же. Филио, я не понимаю, как так можно спокойно говорить такие ужасные вещи. Зачем нам убивать того, кто не сделал ничего плохого? Мы с Кирилл должны обсудить это наедине, ты позволишь? Ясно, да, конечно. Так что будем делать? Наконец-то ты берешь ситуацию в свои руки. Может показаться, будто я все время меняю решение на ходу, но с Хильдой мне гораздо спокойнее. А у нас с Балом испортилось отношение? Зацените, какие у нас отношения с Хильдой, с Филио, но при этом с Балом не очень. Я осматривалась в заброшенный дом и нашла довольно подходящее оружие. Смотри, вот такая волшебная палочка. Да-да-да. Так, ну, собственно... Хороший материал и вес тоже. Давай подкрадемся к Балму со спины и разобьем ему голову. А после того, как мы убьем Балма... Так, что происходит? А? Вдруг стало так тепло в груди. Хильда падает без сознания. Я услышал, что кто-то собирается меня прикончить. Поэтому и нажал на курок. Кажется, моя догадка верна. Ой, что происходит? Подожди, что здесь произошло? Эй, а разве ты... забей. Я пошел, я должен найти и убить Арго. Типа он все понял, но... Наверное, мне должно быть грустно, но я ничего не чувствую. Мое сердце онемело. Кирилл, Хильда просила меня передать тебе это письмо. Кирилл, это письмо от Хильды. Что это значит? Хильда мертва. Кирилл, у тебя такой вид, жаль, что я ничем не могу тебе помочь. Хильда передала через заупокойное ожерелье, что должна получить это письмо. Она сказала, что это единственный способ для нее завершить испытание. Значит, Хильда воскреснет. Ее заданием было передать кому-нибудь письмо от сердца. Вот, возьми. Давайте почитаем. Спасибо за все. Мы обязательно встретимся, я точно знаю. Кажется, она приняла решение, когда была с тобой и пыталась воплотить это решение в жизнь. Значит, в этом письме Хильда...
описывала свои истинные чувства. Да, она постаралась подобрать правильные слова и чувства, которые испытывала. Наверное, Хильда не очень хорошо умеет писать письма. Видимо, это письмо лучшее, на что она способна. Смотри, Кирелл, вот доказательство. Тело Хильды исчезает в луче света. А я думала, что для нее все кончено. Вот идиотка. Передай, что поработал он своей письменной речью. Мне даже не пришлось. Не пришлось. Хильда, слава богу. Я рад, что смог кому-то помочь с заданием. Я чувствую, что кто-то еще отчаянно нуждается в моей помощи. Прости, мне нужно идти, я хочу найти этого человека и помочь ему. Мы вышли с вами? Да, мы вышли с вами на ветку 5.1, я так и думал. Кирелл, плакать сейчас это абсолютно нормально. Постарайся выплакать всю боль до последней слезинки. Так, почему ты так долго? И где этот пацан, Филио? Он ушел. Видимо, кому-то понадобилась его помощь. Ты же не думаешь, что он пошел помогать Арго, а? Я бы предпочел вообще его больше не видеть. Ну ладно. Кирилл, что с твоими глазами? Они все красные. Все кончено. А, да, Арго. Наверное, что-то случилось с его дробовиком. Он убежал. Это из-за того, что Хильда умерла. Слушай, Хильда собиралась убить меня, помнишь? Здесь не только я виноват. Давайте будем сейчас посмотрим концовку, где мы все равно поможем Балому, несмотря на то, что мы типа договорились убить его. И, короче, к черту пошлем Арго. Да уж, повезло, но зато теперь мой компас работает. Благодаря тебе ты фактически оказал мне услугу. А? Я не ожидал, что ты так отреагируешь. Я думаю, после всех этих слез у меня в голове немного прояснилось. Не знаю, ты как-то странно себя ведешь. Мне даже не по себе. Ладно, проехали. Давай проверим компас. Надо успеть еще немного пойти в нужном направлении, пока не наступила ночь. Иди за мной. В смысле? А можно повежливее? Там было два варианта, и они оба были не очень вежливы. Ну хорошо, ты добьешься своего. Балом убил Хильду, но, к счастью, она смогла завершить свое испытание. Поэтому не могу сказать, что сильно сержусь на Балома, но вспоминая момент, когда он застрелил Хильду, я становлюсь такой злой. Собственно, как я понимаю, из-за того, что у нас изначально с вами были отношения с Баломом не хорошие, а такие, знаете, средние. То есть вот с Хильдой у меня хорошие, с Филио у меня еще, ну, чуть выше среднего, совсем чуть-чуть, но вот с Баломом у меня где-то, ну, средние такие, знаете, небольшая симпатия, то есть вот так вот. Нету большого доверия, именно поэтому Балом, скорее всего, так реагирует, знаете, немножко островато. Однако, судя по всему, надо сначала выбраться отсюда, а потом я постараюсь найти Хильду. Жди меня, Хильда. Конец 5-го дня. Окей. Да, это мы уже видели с вами. Уже читали окончательное решение. Собственно, день 6. Раннее утро. Опять слезы, мама. Если воскресну, то на этот раз... Доброе утро, Кирилл. Или нет, я ожидал не такой реакции. Хорошие тут сны снятся, а? Я уверен, это Арго. Я видел его во сне. Если я смогу убить его, то смогу выбраться отсюда. Слушай, прости, что пришлось убить Хильду. Но я не знал, кто именно мой заклятый враг. А у нас в запасе всего пара дней. Поэтому я не мог не убить того, кто собирался на меня напасть. Я думал, чем больше людей мне удастся убить, тем лучше. Окей. Интересно вообще, а он чувствует вину? То есть в нем какая-то совесть проснулась, совесть в Баломе? Или же он просто понимает, что ему надо держаться со мной, поэтому он хочет со мной как-то, ну, договориться? Ты сейчас извиняешься передо мной или перед Хильдой? Блин, надо было другой вариант отвечать. Перед собой. Что, я с тобой откровенен? Блин, ну я не хочу портить с ним отношения. Какой же ты козел?
Я тебя не виню за такие мысли, но надеюсь, когда-нибудь ты поймешь и примешь меня таким, какой я есть. Да я не хочу с ним ссориться! Почему у меня варианты всегда на то, чтобы с ним поссориться? Есть ли причина, по которой ты не можешь себе позволить остаться здесь? Сейчас не время, но, возможно, ты и сама догадаешься. Откуда мне знать, черт возьми, я же мысли не читаю! Чему он ухмыляется? Ладно, перерыв окончен. Нежить опять с нами, как по расписанию. Спасай! Черт подери, каждый божий день! Эй! Они как-то странно двигаются. Они расступаются, я уже такое видела. Они точно так же расступались, когда мы встретили Филио в первый раз. По-моему, он опять идет к нам. Может, они пришли посмотреть на финальный бой? Видишь, как они расступились? Напоминает дорожку к боксерскому рингу. Класс. Если они ползут драться, полезут драться, я убегать не буду. А вот и они. Доброе утро. Хороший день, чтобы умереть. Я рад, что вы оба полны решимости завершить свои испытания. И буду счастлив вам помочь. Филио, так ты тоже в этом участвуешь? Да уж, я просто хотел перекинуть с тобой парой слов, Кирелл. Не вмешивайся, Кирелл. У меня с ним старые счеты. Раньше Арго так себя не вел. Почему сейчас он позволяет себе так со мной разговаривать? Смени тон, ты кто такой, чтобы говорить мне, что делать? Нет, все в порядке, я принимаю вызов Арго. Дуэль? Серьезно? Ты в мультфильмах не снимался? Я должен сделать все, чтобы ты воскресла. Не, забудь, что я сказал. У тебя нет пистолета, ты бесполезна. Я обожался. Это забавный момент, мне он всегда нравился. Не надо меня опекать. Слушай, я хочу кое-чем тебя попросить. Отвлеки Филио. Я правда не понимаю, какие намерения у этого парня. Звучит как предлог, чтобы отделаться от меня, но... Если честно, я тоже не знаю, о чем думает Филио. Хорошо, пробуй с ним поговорить. Хорошо, я возьму Филио на себя. Он как Джокер! Отвлекай его, чтобы он не сделал ничего странного. Наконец-то, лицом к лицу со своим заклятым врагом. О, какой темперамент! Эй, а в фильмах все было не так! К чему спешить? Я думал, мы с тобой сперва пооскорбляем друг друга и вообще вдоволь позабавимся. На, получай. Да уж, я думал, будет веселее. Развязка близка, у них примерно равные шансы на победу. Я рад, что смог помочь им обоим. Яга, я в курсе, что ты помогаешь Балому, но как ты именно помогаешь Арго? Я сделал для Арго возможность стрелять из дробовика так, как он сам захочет. Серьезно? Ни хрена себе! Охренеть! Я думала дробовик Арго выстреливать, неужели он разрешил стрелять по нам всем? Ну, что важнее всего, Кирилл? Двое, кто из них двоих, по твоему мнению, больше заслуживает воскрешения? Ты забыл, с кем я в одной команде. Неважно, с кем ты пришла сюда, важно только то, кого ты хочешь видеть воскресшим. Он так и норовит выведать мои мысли. Ну и ладно, так и быть, Балом застрелил Хильду. И да, благодаря тому Хильда смогла выполнить свое задание, но... Если такой человек, как он сможет воскреснуть, весь мир будет в опасности. Однако Балом хороший друг. Я должна признать, что без него бы я не прошла так далеко. Кирилл, кого ты выбираешь? Ну, конечно же, Балома. Да, я бы помогла Балому. Немножко напрягает, конечно, что приходится постоянно ждать, чтобы получать билеты. Ну и говорим, знаешь что, я не предатель, я бы помогла Балому. Ты собираешься мне помешать?
Нет, я только помогаю, я не встаю ни у кого на пути. Я с глубочайшим уважением отношусь к вашим испытаниям для воскрешения. И не использую свои способности в всех ситуациях, когда это может помешать воскрешению. Этот пафос меня уже утомил. Стоп, мне же нужно кое-что сделать. Да. Да уж, можешь продолжать болтать, и я пошла. Я рад, что ты так решительно настроена. А... Какой ты чудак. Бам. Бам! Кажется, у Балама проблемы. Арго почти загнал его в угол. Что мне сделать, чтобы помешать ему? А... Смело наброситься? Осторожно! Даже Баламу не справиться с этим мужиком. Надо подойти к нему как можно осторожнее и застать его врасплох. Он меня заметил. Посмотри-ка сюда! Он пытается его отвлечь. Думаю, Балам понял, что я пытаюсь сделать. Отлично, молодец, блин! Вот это, я понимаю, вот самый настоящий... Вот, по боевке самый клёвый, этот, как его назвать-то? Компаньон. Так, я на месте, всё нормально, ну, поехали. Будет в меня стрелять? Ого, а он быстрее, чем я думала. Наверное, теперь всё кончено. Так, давай, Балам, стреляй. Я тебя предупреждал. Я ясно тебе дал понять, чтобы ты не вставала у меня на пути. И что, ты меня убьешь? Уф. Ты все равно не отступишь, хоть и смотришь смерти прямо в лицо. А может, тебя вообще не волнует, будешь ты жить или умрешь? А... Тебе вряд ли стоит обращать на меня столько внимания. И не говори, а ты меня игнорируешь. Это шанс для Балама. Что-то здесь становится скучно. Прощай. Посмотри на него, он, видимо, пытается сделать вид, что ему щекотно. Может быть, тебе еще раз пощекотать, старик? Я думаю, все к лучшему. Кирелл, ты должен... Что он пытается сказать? Посмотри-ка, все еще улыбается. Сейчас я быстро отучу его улыбаться. Балам, хватит. Арго все еще смотрит на меня. Эй, какого черта ты держишь его за руку? Ой, да ладно тебе, он мертв, хватит. Он еще жив, что ли? Он молчит, он не умер. Я не знаю, не хочу, чтобы он остался тут так лежать. О, смотрите, какие мы стали сентиментальные. Погодите-ка, у меня руки стали прозрачные. Стоп. Наверное, прошел испытание. Балам, ты такой придурок, но несмотря на это, ты был хорошим партнером. Я буду скучать по нашим перепалкам. Послушай, даже если ты будешь помнить, что здесь произошло, веди себя так, будто не знаешь меня. Да если бы я мог. Мы же здесь зашли так далеко, что можно сказать, практически женаты. А... Ну хватит, иди уже, а то мне потом будут кошмары сниться. Да, пора. Я оставлю тебе сообщение. Сообщение? Никогда не понимала, что он говорит. Итак, а что за сообщение, мне интересно. Ну что ж, теперь твоя очередь, Кирилл. А? Как ты узнал? А еще у меня для тебя есть два сообщения от умерших. Хочешь их услышать? Да. Он собирался что-то передать мне через Филио. Это последние слова Арго, которые он передал для тебя. Я рад, что ушел без сожалений. Искренне надеюсь, что ты сможешь воскреснуть. Таким было его послание. А... Почему Арго есть вообще до меня дело? Стоп, может, Арго имел ко мне какое-то отношение в реальной жизни? Ну что ж, это кануло в лету вместе с ним. Наверное, я должна была узнать его получше, пока был шанс.
А послание Балама я передам тебе, когда придет. Да блин, я хочу сейчас! Ну почему? Но, блин, скорее всего, я видел это послание. Да-да-да, скорее всего, я его видел. К тому же у нас с Балом не такие уж и хорошие отношения. Вряд ли там будет что-то прям экстраординарное. Возможно, будет небольшая симпатия. Либо же... Окей. Окей. Так, собственно, мы посмотрели с вами эту ветку, но это еще не конец, поэтому мы продолжаем еще играть в нее. Вот поэтому он и сам мне ничего не сказал. Интересно, когда этот день настанет? Осталось лишь твое задание, я буду помогать тебе до конца. Как хочешь. У меня мало времени, так что не теряй меня из виду. Я понимаю. Сегодня я приняла окончательное решение, выбрав Балама. И Балам воскрес, а Арго погиб. У меня осталось множество вопросов, но нет времени об этом думать. Теперь здесь только мы с Филио. Осталось мало времени. Конец шестого дня. Ну и, скорее всего... О, мы с Арго. Ну да, это я уже видел. Мы даже сегодня, по-моему, видели. Да, это мы видели сегодня уже с вами. То есть, по сути, это... Хотя у нас с Арго плохие отношения, тем не менее, он вообще ко мне суперсимпатию проявил какую-то, да? То есть, он сказал, что я хочу, чтобы ты воскресла, вот это вот, надеюсь, ты воскреснешь. Хотя симпатия у меня ниже, чем у всех других с ним. Это странно как-то, ну да ладно. Да, чужой голос, все дела, это мы уже слышали. Он весь извелся. Кирелл, сегодня последний день. Да, и Филио начинает играть, короче, роль урода, короче, вот это вот. Но это мы уже с вами видели, да? То есть это, опять же, может привести к различным концовкам. Давайте мы посмотрим с вами концовку 5-6-2. Так что выбираем убийца друга, продолжить, да-да-да. Солнце садится, все дела, почему так долго, пацан Филио. А что ты о нем беспокоишься? Не, я бы предпочел так-то, здесь не важно, видимо. Что случилось с Арго? Здесь не важно, кстати, какие вообще... Подожди, так именно поэтому ты убил Хильду? Да-да-да. Ладно, я пошла. Да, смотрите-ка, из-за того, что у нас с ним не идеальные отношения, здесь постоянно, короче... Идет с ним негатив. Возможно, кстати, это из-за того, что мы выбрали в 4-1 именно предать Балама. Именно поэтому у нас с ним портятся отношения. То есть, я не знаю, зависит ли это от предыдущих выборов, что, типа, мы сейчас так натянуто общаемся с Балом, и у нас любой вариант ответа идет, короче, к ухудшению репутации Балама. Да, опять же, это мы уже видели с вами. Окончательное решение, все дела, давайте пропустим начальные штуки-дрюки. Да-да-да, доброе утро, я не такой реакции ожидал. А давайте с ним вообще портить отношения в хламину. Хотя нет, я что-то не очень хочу это делать. Я и так, конечно, уже их испортил, но... А давайте здесь, короче, мы и правда испортим с ним отношения. Из-за вчерашнего. Прости, что убил Хильду. Опять же скажем. Что ты хочешь этим сказать? Я думал, ты поймешь, что, почему я себя так вел. Почему ты так отчаянно сейчас не время? Возможно, сама догадаешься. Какое мне вообще дело? Еще пока рано, но скоро ты все узнаешь. Опять же, скажем так, как-то странно двигаются, да-да-да. И опять у нас, собственно, кончились билеты, и мне еще ждать 5 минут, ну долбаный... Ладно, сейчас приду. Да, кстати, давайте посмотрим немножечко достижения. Все равно пока нечего делать, собственно. Вот все достижения. Мы открыли с вами только 2 штуки, все остальные есть. То есть, смотрите, у Харона на допросе.
Добро пожаловать в последний сон на границе между жизнью и смертью. Если ты хочешь стать одним из мертвецов, чтобы ради по загромному миру, будучи не всех, найти смысл жизни, ты должна сначала познать себя. Первый попутчик. Бала. Подумай об этом. О воскрешении. Мне нужно кого-то убить. Тебе нужно, чтобы кто-то умер. Видишь, как это работает. Первый попутчик Хильда. Я беспокоилась. Как мне выполнить задание в одиночку? Хорошо, что ты здесь. Первый попутчик Арго. Кирелл, я правильно понимаю, тебе каким-то образом выгодно иметь меня в качестве попутчика? Ненависть. Я могу выстрелить только в того, кто пытается меня убить. Да, я такой трагический и невольный злодей. Честно говоря, мне даже нравится такой поворот сюжета. Это в моем стиле. Как выдержанный виски. Мне порой очень хочется, чтобы у меня было другое задание. Тихая гавань. Мне очень повезло, что ты и Арго на моей стороне. Там, где мне место. Думаю, мне здесь понравится. Помощь и содействие. Пора вернуться в игру. Готово? Убежище. Если бы тебе дали такое же задание, как у меня, тебя бы звали Балом 2.0. Преданность. Я должен помогать другим людям в их испытаниях. Изгнание. Я даже не ожидал, что ты будешь подозревать того, кто готов тебе помогать. Наверное, помогать другим не так легко, как мне сначала казалось. Я наконец понял, какое на самом деле трудное мне досталось испытание. А, это Кирелл говорила. Кто ты есть? На самом деле ты хотела иметь достаточно силы, чтобы изменить мир, хладнокровие, чтобы эмоции не могли застать тебя врасплох, оптимизма, чтобы даже в трудные времена относиться к жизни с иронией. Но вдруг ты все начинаешь просто ненавидеть. Подожди и увидишь. Мне снился сон о друге, над которым издевались такие же подонки, как вы двое. Мне наплевать, смогу вернуться или нет, но я ни за что не позволю вам воскреснуть. Это Хильда говорит. До встречи, друг. Она приняла решение, которое было с тобой, и пыталась воплотить его в жизнь. Вот это письмо единственное, что после нее осталось. Спасибо Хильде за это. Куда же делся этот дробовик? Яблоко от яблоньки. Ты плачешь, я никогда не желал твоих слез. Мне слишком больно на них смотреть. Но твои слезы теперь. Я рад, что видел их. Тут, кстати, да. Не оглядываясь назад. Я приняла решение, выбрала Балама. И вот Балам воскрес, Арго погиб. У меня до сих пор осталось множество вопросов, но нет времени об этом думать. Бурное развитие событий. Верно, сегодня Хильда приняла решение и с большой горячностью принялась его воплощать. Можно даже сказать, взрывоопасно. Взбучка. В ее голосе чувствовалась большая решимость, хоть должен признаться, это было довольно радикально. Я скучала по тебе. Делай свой окончательный выбор, ты принимаешь тот факт, что ты убийца, понимаешь ли ты страдание, которое сама жизнь? Покойся с миром. Все будет хорошо, это испытание было слишком жестоким для таких людей, как ты. Покойся с миром, твои страдания окончены. Богиня мести. Я должна кое-что сделать. Есть люди, которых нужно убить. Я не могу позволить им так легко отделаться. У меня слишком много дел. Я не могу сейчас умереть. И приемник Харона. Странно. Я их больше не боюсь. Теперь мне так спокойно. Вот. И, собственно, остальные два достижения, думаю, мы тоже с вами откроем. Мы сейчас можем, кстати... А я могу как-то это... вернуться обратно в хронологию? А, смотрите, это еще не все достижения. Тут есть еще картинки, которые у нас закрыты. Одна из них и вторая из них. Но читать этот текст мы, естественно, не будем. Это уже с вами читали на видосах. Это все как бы понятно. Хотелось бы увидеть еще новые картинки, на самом деле. Но вот эта вот картинка мне нравится. Вот это тоже, кстати, прикольная. Только здесь непонятно, что Филио здесь. То есть, смотрите. Можно посмотреть, кстати, картинки. Это начало испытаний. Это типа мы стреляем и не знаем, в кого мы стреляем. Здесь мы стреляем и видим, что это Арго. Здесь девочка, короче, без родителей, все дела, типа убийца. Это, опять же, непонятно, с кем она сидит. Но, скорее всего, вот здесь вот будет указано, с кем она сидит. То есть, по сути, тут некоторые имеют два варианта развития событий. Либо мы знаем, кто это, либо мы не знаем. Блин, а кто же это такой тогда? Это Арго, наверное? Черт его знает, на самом деле. Здесь вот, опять же, смотрите, непонятно, что это Балам. А здесь понятно, что это Балам. Здесь, опять же, непонятно, с кем мы сидим. Сидим с Хильдой. Непонятно, кто изображен. Понятно, кто изображен. Встретился с Филио, которого не знаю. Встретился с Филио, о котором узнал уже. Сожаление. Одна с кем-то. И, скорее всего, вот это будет закрыто, и там мы будем видеть, кто же нас обнимает по итогу.
Здесь непонятно, с кем произошло. Смотрите, здесь обрывок, да? А здесь опять же понятно, что мы с Арго. Это уже концовки. Покойся с миром. Добро пожаловать. Богиня мести. Блин, круто выглядит. Мне очень нравится вот эта картинка, кстати. Я даже не помню, как я получил это достижение. Да. Ну и последнее, приемник Харона. Тоже. То есть нам осталось открыть две концовки, которые мы, скорее всего, откроем на протяжении... Ну, вы поняли. Так, где можно, пожалуйста... вернуться в... А я могу вернуться обратно в игру? А, вот, наверное, клавиша старт, да? Да-да-да-да. Окей, погнали, значит, короче, посмотрим, чем закончится эта история. Так, собственно, я получил 140 билетов, и, кстати, я опять воспользовался багом на двойной просмотр рекламы. Также могу рассказать, как им пользоваться. Давайте я расскажу, мало ли кому пригодится, чтобы быстрее фармить билеты, а не каждые 10 минут. Вы должны закрыть игру, да, и когда у вас время подходит к концу, затем открываете ее, быстро пропускаете все, быстро заходите в билеты, выбираете здесь эту штуку, нажимаете на рекламу, и оно у вас не загружается. После этого вы снова нажимаете сюда, чтобы вот это окно у вас висело, и реклама появится через несколько секунд. Главное, чтобы это окно было открыто, потому что если оно будет закрыто, после того, как вы его откроете, таймер появится. Ну, возможно, кстати, это не у всех будет работать, потому что я слышал, что только у некоторых работает, у меня в том числе. Короче, реклама показывается, и затем не появляется таймер. Вы нажимаете еще раз, и вы можете посмотреть еще одну рекламу. Иногда получается посмотреть три раза подряд рекламу, но опять же, вы должны, чтобы перед рекламой обязательно было вот это окно, иначе таймер просто запустится, и вы не сможете это сделать. Ладно, что это я заболтался, давайте дальше. Значит, Арго с ним. Может, они пришли посмотреть на финальный бой? Видишь, как они расступились? Напоминает дорожку к боксерскому рингу. Класс. Так, да? Тогда мы сэкономим кучу времени. Я убегать не буду, а вот и они. Доброе утро, хороший день, чтобы умереть. Это мы все видели. Филио, тоже в этом участвуешь. Не вмешивайся, Кирелл. Старые счеты. Смени тон. Почему ты соглашаешься на это? Смотрите, он до сих пор ко мне хорошо относится, несмотря на то, что у нас с ним репутация не очень крутая. Скажем, что нас оставили при неделах, отвлеки Филио. Хочу тебя попросить. Ладно, вы тогда сами разбирайтесь с Арго. Да, типа они начали тут драться. Да-да-да, это мы все видели с вами. Опять же, перестрелочка. Развязка близка. Спрашиваем, опять же, про Арго. Неверный вопрос. Лучше спроси, хочу ли я, чтобы Балам воскрес. Неважно, с кем ты пришла сюда. Так, норовит, застрелил Хильду. Балам хороший друг, и здесь мы предаем Балама. Я бы остановила Балама. Арго симпатия появляется, у нас уже большая достаточно... А нет, маленькая симпатия, но больше, чем у Балама, по крайней мере. Я не могу смотреть глаза в Хильде, вообще он мой партнер, но он негодяй-мерзавец, который даже перед убийством не остановится, чтобы получить желаемое. Я так понял, ты наконец-то приняла решение. Нас должна поблагодарить. Я не ожидал, что мои вопросы. Рад помочь. Так. Скажем про вставание Балама на пути. Я с глубочайшим уважением отношусь к вашим испытаниям для воскрешения и не использую свои способности в всех ситуациях, когда это может помешать воскрешению. Поэтому я всегда подчеркиваю, что никогда не стану вам мешать ни в чем. Просто в некоторых случаях я бессилен помочь. Первое ответим. Стоп, мне нужно... Блин, я не успел прочитать. Случайно пропустил. Некогда мне тут сидеть и болтать с тобой о чепухе. Я должна идти. Желаю удачи.
Такс. Их силы практически равны, они будут драться до скончания веков. Что я могу сделать, чтобы перевести чашу весов в пользу Арго? Сказать, конечно же, что-то Балму. Если я прыгну на него, он меня застрелит нафиг. Вы чё? Они полностью сосредоточены друг на друге. Надо отвлечь Балума, возможно, это поможет. Ладно, но сначала подойду поближе. Желаю удачи. Такс. Черт побери, опять! Я прямо у его носа, он меня не видит. Можешь сказать ему что-нибудь? Да. Между нами все кончено. Серьезно? Ты вовремя. Я не на такую реакцию надеялась. Может, он уже привык, что я постоянно с ним так разговариваю. Надо сказать что-нибудь более неожиданное. Поэтому я отказываюсь продолжать свои испытания. Подождите-ка. Интересно. Давайте так и скажем. Подожди, что? Нет, ты не можешь так поступить со мной! Если ты не воскреснешь, для меня нет смысла дальше драться. Что ж, мне удалось привлечь его внимание, но он как-то слишком резко отреагировал. Ладно, только не думай слишком долго. Ничего не выйдет. Схватите... Нет, подождите, размахивать трубой это как-то, ну... Странно. Схватить пистолет Балума и помешать ему прицелиться. Эй, стой, какого черта? Пусти! Ты знаешь, ради кого я это делаю? Я знала, что Арго этот шанс не упустит. Блин, это так грустно сейчас вообще. Нет, капец, вообще очень грустно. То есть Балом все делает, чтобы нам помочь, вообще все, а мы его просто предаем. Это так, ну не то, что предаем, но блин, это так грустно. Не ожидал, что ты мне поможешь. Да я тоже никогда бы не подумал. Еще разговаривает. Арго, не надо. Ладно, но на всякий случай я буду держать его на прицеле. Я не ожидал, что ты так со мной поступишь, Кирелл. Прости, что предала тебя, но я не могла иначе. Ты не предала меня. Нельзя предать себя. Просто я тебе больше не нужен. Поздравляю, Кирелл. Ты смогла отрезать очень скверную часть своего прошлого. Что он пытается сказать? Если честно, я думал, у меня обматерится со всех сторон. Я — это просто еще одна версия тебя. Мое воскрешение зависело от тебя. Кирелл, ты сама должна воскреснуть. О, то есть Балом это альтернативная версия Кирелл. Что, как ее сказать, негатив? То есть, как я понимаю, тут персонажи олицетворяют какие-то определенные стороны, а Балом это противоположная сторона Кирелл. То есть, если мы даже в достижениях потом посмотрим, это видно. Блин, почему я раньше до этого не допер? Ну, точнее, я, знаете, на подсознании это как-то чувствовал, но вот чтобы прям явных таких доказательств этого не было. Что? Откуда он это взял? Матерись на меня, ругай меня, выпусти свой гнев. Он мертв. Интересно, что означали его слова? Я это он это я. Так вот в чем дело. Значит, мое задание выполнено. Арго, ты стал прозрачным. Я хотел отказаться от испытания, но теперь я понимаю. Почему Филио так хотел помочь? Что, черт возьми, происходит? Кирелл, у меня нет времени. Это все, что тебе нужно знать. Я больше никогда не допущу такую ошибку. Не застрелю близкого мне человека. Это да. Мы знаем уже, что по истории Аргу застрелил... как ее...
Кирелл, а Кирелл застрелил Аргу в ответ. И именно поэтому они умерли. Я плохо знал Аргу и Балама. Может, поэтому я понятия не имею, что они пытались мне сказать. Почему они оба хотели, чтобы я выбралась отсюда? Так много вопросов. Да-да-да. Но тем не менее, компас стал работать. Что ж, теперь твоя очередь, Кирелл. Как ты узнал? Помню, Филио сказал, что может передавать послания от умерших в зависимости от того, успешно они прошли испытания или нет. Филио, Арго и Балам не оставили мне никаких посланий. Нет. Нет? Все бесполезно. Я сам такого не ожидал. Либо они были всем довольны, либо им было нечего тебе сказать. Ну ладно, довольны так довольны. Они оба хотели, чтобы я прошла испытание, вот что важно. А, да, билеты, сейчас получу. Прошу прощения, что приходится отрываться на получение билетов, но другого варианта нет, как бы. Я постараюсь к следующей серии уже накопить достаточное количество билетов, чтобы мы не смотрели с вами рекламку, либо смотрели ее, но редко. Итак, собственно, давайте мы... Они оба хотели, чтобы я прошла испытание, вот что важно. Значит, им просто было нечего сказать. Я одновременно ответил, короче, два варианта, неважно какой я. У обоих были от меня секреты, может поэтому им было так неловко со мной разговаривать. Осталось лишь твое задание, я буду помогать тебе до конца. Как хочешь. У меня мало времени, так что не теряй меня из виду. Я понимаю. Сегодня я сделала выбор и выбрала Хильду. Я, может, и предала своего партнера, но не жалею об этом ни секунды. У меня осталось множество вопросов, но нет времени об этом думать. Теперь здесь только мы с Филио. Осталось мало времени. Конец шестого дня. О, новое достижение. Итак, мы увидим сейчас новую картинку с вами. А нет, старая. Ну ладно, бывает. Да, это мы уже видели. Все, с этой концовкой у нас тоже разобрались мы с вами, да? Последний день. Да-да-да, блин, зачем я ответил? Я хотел же сейчас уже закончить потихоньку. В следующий раз мы узнаем с вами концовку 2.2, 3.2 и, скорее всего, как минимум 2.6. Вот, и может быть даже мы вообще все концовки с вами посмотрим, а также мы соберем с вами все достижения, но я постараюсь, по крайней мере, собрать все достижения. Я не знаю, если я открою абсолютно все ветки, соберу ли я все достижения, или же мне придется еще делать именно вот подстраивать отношения персонажей, чтобы в определенных случаях, в определенных ветках выстраивалось какое-либо отношение, чтобы открыть именно нужную часть мне диалога. Но, как видите, мы большую часть с вами прошли, так что... будет такая вот серия. И я думаю, я еще сделаю отдельно серию, где я, собственно, покажу вам вот все достижения, и все мы подсчитаем с вами, собственно, чем все закончилось. Я думаю, такая серия тоже будет. То есть, если вот так мы выйдем сейчас в главное меню, мы увидим, что есть здесь достижения все, которые мы с вами уже большую часть почитали. И есть еще у нас эти картинки. Это тоже типа достижения, только уже варианты концовок. Мы, кстати, с вами одно и еще одна, по-моему, где-то была, да? Да, две у нас закрыты, все остальные у нас открыты. Я надеюсь, что когда мы пройдем все ветки, у нас откроются все достижения. Я, по крайней мере, на это рассчитываю. Так, дальше что у нас? Ну и все, наверное. На этом я уже буду с вами прощаться, поэтому огромное спасибо, что посмотрели это видео. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы еще с вами увидимся. Пока-пока.